Потянусочки такие. Всем доброе утро. Я только-только встала с кровати. Даже не умывалась. Я даже себя сегодня в зеркало не видела. Я вам так хочу погоду хорошую показать. Уже 22 градуса на улице. Ну, что-то как это ветерок дует. Нет, такой прохладненький. Ой, муж Чучу на улицу вынес. Слышу голос из прекрасного далёкого. Голос утренней серебряной России. Это голос Чучи моего слышу. Ну что, начинаем новый день. Какие планы? Абсолютно никаких. Да? Позавтракаем, пойдем на пятачок сходим свой. Да, да. И вот так вот. Моя рыба сладкая. У нас сегодня ветроган такой на улице. Тепло, но ветроган. Видите, все улетает. Не дождь, как говорится, не понос, так золотуха. Но ничего, занятия еще никто не отнимал. Не сдует меня, ни пушинка, не улечу. Правильно? Тут никому не мешаю, на коврике пришел, тут место меня сгоняет, мне надо заниматься, дорогой. Обед у нас сегодня будет салат из помидора, авокадо и лука. Гамбургеры будут вот такой, это из куриной с шпинатом. Добавлю в салат вот эту икру, она обалденная. Вот, как-то так. И муж захотел яйцо вареное, варю пару яиц, потому что 100% я тоже захочу. А что ты выключила? Что такое? А, я не ту включила колонку. Так что, поехали. Салатики готовы. Это мой, вот с этой икрой. Она очень вкусная. Вот именно для салатов. Я так не пробовала, но я додумалась. Мне кажется, очень будет вкусно. А может туда тунец добавлю. Вот, хлебушек готов. Сейчас только осталось туда положить. Оказывается, три гамбургеса, три котлетки у меня лежали вместе. Кто-то полопает лишнюю. И яйца. В общем, вот такой у нас будет обед. Муж такой, картошка жареная с гамбургесой. Салат. А то и картошка жареная, и гамбургер, это слишком жирно. Будет кетчуп нужен, надо кетчупом полить. Была какая-то приправа у меня для бургера. А, кстати. А
А нет, это не то. Для бургеров, ну, видимо, закончилось. Сыр, естественно, для гамбургеров. Ну и все, я думаю. Листья салата и помидоры в салате можно найти. Смотрите, какая красота. Это икра. Конечно, дороговато, но вкусно. Стою и думаю, почему котлетки делают круглыми, а сыр делают квадратный. Никто не додумался делать, например, квадратные гамбургеры. Вот странно, правда же? Вот так вот выложил и думаю, почему они не круглые, как гамбургеры? Ведь в обычном состоянии гамбургеры всегда круглые. Значит, и сыр должен быть круглым. Логика же ведь? Или не логика? Нелогично как-то. Пришла кофейку сделать. Сейчас чистку делала у себя. В инстаграме. Почему? Поудаляла. У меня там были, знаете, всякие актеры, какие-то блогеры, у которых много подписчиков. И вот тех, которые, вы знаете, пропагандируют гуляние, куда-то они едут всей семьей, куда-то вот они выходят, по паркам ходят. Что у меня на голове? И вот это вот все пропагандирует, когда мне кажется, что публичные такие личности, наоборот, должны пропагандировать, что все вместе, что вот поддерживать как-то, да, что нужно сидеть дома, именно так мы победим этот вирус. Нет, они выходят на улицу и как бы хвалятся тем, что вот вы там сидите дома, а мы вот на улицу всей семьей чуть ли не шашлыки жарим. В общем, всех поудаляла, таких вот блогеров поудаляла, потому что если они в данной ситуации пропагандируют вот то, что они считают, что это так надо, то у них просто с головой не все в порядке. Это мое мнение. В мире происходит непонятно что, а они вышли в лес, не в лес, а в парк, в детский гуляют. И вот тем самым показывают, какие они молодцы. Все, не хочу таких даже не смотреть. Они не подходят для моего круга общения. Поэтому всех нафиг удалила. Попью кофе и дальше смотреть сериалы. Вы знаете, еще эти блогеры комментарии отключили, знают, что делают провокационные такие эти. Они актеры, вот все, знаете, много очень их. Отключили все комментарии, потому что знают, что им будут писать негативные комментарии. Я не понимаю таких людей. Даже если вы там ходите куда-то, не надо это снимать, не надо провоцировать людей, не надо... Как это? Провоцировать интерес, что нужно гулять. Нужно наоборот, как бы показывать и давать примеры. Нет же. Нельзя закрыться от Чарли. В общем, вот так. Откроем. Жалко. Жалко мою рыбу. У меня сейчас, знаете, что произошло? Произошло? Дежавю, что у нас, во-первых, продлили карантин, но я, это не сюрприз, это меня, как говорится, не... Я об этом знала до 26-го, что ли, апреля, ну, где 26-й, там и 1 мая. В общем, дует сквозняк. Так что, и вот было дежавю такое, знаете, вот как будто я уже жила этот момент, и что 1 мая мы все выходим на улицу, и что 1 мая все это закончится. Вот посмотрим 1 мая, правда это будет или нет. Но прям вот я этот момент так, прям такая, хоп, бывает у вас тоже такое дежавю, что как будто вот такое уже было, и будет еще вот момент такой. В общем, посмотрим на мою интуицию, на мое дежавю и на мои магические способности. А потому что у меня иногда такое бывает, и я этому всему доверяю.
Но самое главное, что когда-никогда это закончится. Кстати, у нас по телевизору передают, что наконец-то у нас уже потихонечку виден свет в конце тоннеля, так президент наш сказал. Все еще есть много зараженных, к сожалению, много умерших, но больше 34 тысяч человек уже выздоровели. Уже больницы не так, даже не больницы, а вот эти, реанимации, не так они, у нас же были переполнены все реанимации в Мадриде, вот в Барселоне, в Каталунии там, реанимации все были переполнены, люди вообще сходили с ума, в прямом смысле, некуда их было класть. Сейчас вроде бы уже очень много разных больниц было возведено, не только в Китае, как вот у нас тоже ходит по Фейсбуку такой, типа в Китае за неделю там сделали больницу там на несколько тысяч человек, в Мадриде и в Барселоне буквально за пару дней сделали такие же больницы, с таким же оборудованием. Очень много, как называют, полевые госпиталя. Вот, для не сильно больных людей. Как не сильно больных, а не сильно выраженными симптомами. То есть есть люди, которым нужно лежать в реанимации, а есть у которых, ну, которые обычно в больнице могут лежать. Вот эти госпиталя сделаны именно для них. Так что, муха. Сидеть нам еще целый месяц. А у меня, знаете, какое-то настроение такое, что прям вот скукота. Учиться я не хочу, сразу говорю. Типа, мне тоже эти блогеры советуют на самоучение. Давайте. Такие, знаете, такие все они такие сладкие, такие приторные. Так у них все хорошо, так все у них замечательно. У всех кризис, у всех... как говорится, карантин, а они в лес едут, у них такая семья, они все любят друг друга, в лес едут, как будто на другой планете живут, твою мать. Они вроде хотят позитивом сверкать, но, блин, если ты едешь в парк в детский, это ни хрена не позитив. Это провокация людей, чтобы они так же делали. Потому что я вот нормальный человек, посмотрю ее и скажу, блин, ей можно, а мне нельзя, хотя я так не сделаю, потому что, прежде всего, это мое здоровье. Ну, просто таких людей хочется послать, как Гузеева. Да, мой сладкий? Да, моя рыба? Вот сидим дома, на балкон ходим на террасу, спортом занимаемся. Сегодня хорошо, хоть дождя нет. Ну, дождя уже не передавали. Вот. Но пасмурно, и ветер вроде бы утих. Так что вот так вот. И всем другие пускай. Тем больше мы будем сидеть вместе... всем народам, всем миром, тем быстрее все это закончится. Не будем друг друга заражать, не будем друг друга, блин, провоцировать. И все. В общем, все, я вам пожаловалась. Как вы смотрите на таких блогеров? Прям зла на них не хватает. Ну и теперь я переосмыслила свое мнение о этих актерах. И фильмы с ними больше не буду смотреть, потому что я знаю их гнилую сущность. Все, надоело, лежат, честное слово. На улице дождь опять. Он такой, знаете, не сильный, но вот нудный такой вот. На крыше, короче, не позаниматься. Я думаю, что лежать? Пойду хлеб испеку. Хлеб для тостов мы уже съели, представляете? Вообще, слопали только так. Я хотела, думаю, в понедельник все равно в магазин поеду и куплю. Но я достала вчера на всякие пожарные дрожжи. Думаю, я себя знаю, у меня 7 пятниц на неделе. Сейчас одно, завтра другое, блин, молоко тоже заканчивается. Трындец капец. Что-то так все быстро заканчивается. Вы знаете, когда в магазин каждый день ездила, я думала, что у меня продуктов хватит на год. А когда нельзя в магазин ходить, продукты заканчиваются буквально каждый день. Что-то надо, вообще трындец какой-то. Сахара там вообще 2 ложки осталось. Ну, я сейчас пойду с Чарли на пятачок гулять, если дождь не пройдет. А там чуть-чуть повыше у нас магазин есть. И пониже тоже есть. И если там народу нет,
я зайду и куплю сахар. Сахар, еще что-то прям вот закончилось. А что, не помню. Ладно, пока хлеб буду печь. Хлеб буду печь по другому рецепту. Сейчас попробую его. И если он стоит вашего внимания, как-нибудь испечем вместе. А пока я сама сделаю его и покажу вам. Это пускай бродит. Кстати, там уже почти забродило. А я пойду заниматься. Никто пока этого еще не отменял. Не хочется, а надо. О, май год, друзья, пока я занималась, мое тесто хочет убежать. Ты беги, беги, беги на край земли. Смотрите, какое. Офигеть. Сейчас я его выложу в форму и пойду с Чарли прогуляюсь. Пока тесто будет в этом. Все равно мы гуляем недолго, поэтому ну точно никуда не убежит, а потом приду уже. Ну даже подождать надо где-то, наверное, полчасика. Вот. И будет у нас хлеб. Тоже какой-то тостовый, посмотрим, вкусный, невкусный. Тот был очень вкусный, но для тостов он не особо подходит, потому что он рассыпчатый такой, знаете, его в тостер не положишь, потому что его потом оттуда хрен достанешь. В общем, занятия так прошли классно, потому что погода замечательная. Не жарко, солнце не светит. Лепота. Время 8. Очередное. Аплауз. Тун-тун-тун. Медикам, полиции, всем тем, кто нас лечит, оберегает, защищает. Дуракам не дает на улицу выходить. Мой хлеб хочет убежать от меня, но я его никуда не пущу. В общем, я, знаете, что придумала? Я придумала вот эту шапку собрать и сделать завтра пирожки с картошкой. Как вам моя идея? Потому что его что-то тесто много. Хотя, может быть, и на две бы хватило. Но что-то я подумала, думаю, пирожков так хочется. Наварю сейчас картошки с лучком или с яйцом и луком. Задача. В общем, я подумаю, пока хлеб испеку. Духовка уже разогревается, лишний сейчас уберу и в холодильник до завтра. Начинка для пирожков готова. Сделала себе чай с ягодами, с имбирем, с лимоном, ягоды, клюква, черная смородина, в общем, витаминная бомба. И хлебушек у меня в духовочке жарится, поджарится. Ого, так влетел. Смотрите, какой он там. Потрясающий, потрясающий. Понятно. Пойду чай пить. Смотрите, какой хлебушек получился. Пахнет нереально вкусно. В общем, завтра попробуем, какой он там внутри. Годится для тостов или нет. Все равно слопаем. Все слопаем. Вот такой вот у меня день получился. Встретимся с вами завтра. Всего самого наилучшего всем. Пока-пока.